Всем привет! Сейчас мы на площади Халдмарт в городе Баутзен. Погода прохладная. Только что смотрел термометр, показывает минус 3 градуса. Радхаус, желтое здание. Брюнет, фонтан, пока не работает. Здесь такая улица. В каждом доме какой-нибудь магазин, кафе. Она так идет. Называется Райхтурм. Башня в честь короля Густава. Подождем весны, когда заработает фонтанчик, будет, наверное, красиво тут.